Всем привет, с вами сегодня снова Виктория Крокус, и сегодня я буду вам показывать свои новые покупки с AliExpress, которые мне пришли в течение последних 2-3 месяцев. Здесь очень много всяких будет разных покупочек, всякой канцелярии интересной, и я обязательно на каждый товар, что сегодня буду показывать, оставлю ссылку внизу в описании, все подробно расскажу и покажу, если вам понравится, тоже заказывайте. После того, как посмотрите этот ролик, напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. Какой товар показался самым красивым и интересным, необычным. Мне будет очень интересно почитать. Ну, приятного просмотра, давайте уже начнем. И первый товар, который я заказала, который я вам сегодня покажу, это декоративные скотчи. Пастельных оттенков, очень нежных и таких приятных. Без всяких узоров и рисунков, для того, чтобы можно было использовать везде. И в планере, и в ежедневнике, и в буллет-джорнале. И чтобы он не отвлекал и подходил подо все, как бы не смотрелся слишком аляписто. Первые это такие зелено-желтые оттенки. Цвет морской волны, даже есть кремовый, хаки, темно-зеленый, лимонный и серенький. Скотчи за упаковку стоили где-то 100 рублей, дошли очень быстро, быстрее, чем вся остальная канцелярия, примерно за 2 недели. Очень полезны они мне в планерах, я использую, например, вот выбираю 2 цвета, которые буду использовать на определенный месяц, и клею. Также использую их в личном дневнике, и они очень хорошо клеются. Они бумажные. И были в такой коробке. Цвета есть разные, тоже переходите по ссылке, смотрите, какие там есть цвета. Я выбрала те, которые подходили мне больше всего. И вторая упаковка, это серо-голубые цвета. Я решила, что эти цвета, у меня их вообще нет. У меня в основном все такое розовенькое, все скотчи желтые, розовые, там оранжевые. А вот таких вот пастельно-голубых у меня совсем нет. И они отлично подходят, мне кажется, для любого планера. Смотрятся очень стильно. И я ими осталась довольна. В намотке здесь где-то 3 метра, да, не где-то, а 3 метра, и в упаковке 6 штук. Хватит на очень долгое время, даже если использовать их каждый день. Мне кажется, не существует людей, которые любят канцелярию и при этом не любят скотчи. Скотчи любят все, и я также заказала себе 10 таких разноцветных. Они шли уже довольно долго, около 2 месяцев. Но опять-таки был там китайский Новый год, и думаю, что из-за этого. Такой нежно-голубой. Они тонкие, и эти скотчи поэтому подойдут для украшения планера в любом случае, так как широкие скотчи вот не всегда удобно клеить, а такие можно везде приспособить. Тут и зеленые, и сиреневые, и розовые, и оранжевые. На любой вкус, по 3 метра в намотке. И пришли они вот в такой коробочке. Цена этих скотчей намного более выгодная. Если там за 6 штук я платила около 100 рублей, то эти стоили 90 рублей, и их тут 10. И нет, на этих 3 пачках я не остановилась и заказала себе еще набор скотчей с персиками. Я заказала к лету, но пришли они намного раньше, пришли уже весной. В упаковке было где-то 6 штук, по-моему. Все скотчи с персиками дошли они мега быстро, 2 недели, 10 дней, где-то вот в этом плане. Туща дерева персиковое. Он довольно-таки широкий, его трудно куда-то приспособить. Такие тонкие мне понравились больше, там еще были с лавандой, были с желтыми цветами, но мне персики нравятся больше, они у меня ассоциируются с летом, наверное, как ничто другое. Такие вот множество персиков, персики покрупнее и персики с шариками и зеленью. В намотке тут тоже 3 метра, скотчи отпадные, отличные, не отклеиваются. Это один такой скотч за 70 рублей, он довольно дорогой, но мне понравился его принт. Шел он долго, так как я заказала его еще в январе. Эти скотчи очень быстро разбирают, и поэтому их нужно заказывать заранее, не зимой, лучше как раз-таки летом. Так как тут рисунок, я решила вам показать так. Со скотчами это все, они меня все очень порадовали, все дошло в целости и сохранности, все это было недорого. В Леонардо намного дороже, и даже несмотря на то, что они бумажные, они отлично клеятся. Мне кажется, сейчас бумажные в тренде, и уже из другого материала скотчи, мне кажется, сейчас даже не покупаются. Следующее, что я себе заказала, это такую кислотно-желтую линейку с мопсом. Сейчас кислотные цвета очень популярны, поэтому линеек таких там много, но я заказывала самую недорогую. Она всего лишь на 15 сантиметров, здесь написано Study Time. Вроде бы там еще были голубые цвета и сиреневые. Если ее так отодвинуть, то снизу еще есть ребристая линия. Можно как бы подчеркнуть и ребристые линии, и формочки разных геометрических фигур, чтобы что-то нарисовать и украсить. Линейка стоила рублей 50 или даже 49, наверное. Отличного качества и красивая, и легкая. Следующее, что я заказала, это объемные 3D наклейки с буквами для своего смешбука. Буквы здесь английские, я искала ее везде, потому что буквы мне просто очень были нужны. Я их использую, ну, примерно как-то так. Вот, клею, они очень круто смотрятся. Нашла такие, первый раз такие буквы увидела у какого-то зарубежного ютубера, да, смотрела видео про такие смешбуки, как их украшают.
Вот. И решила, что они мне тоже обязательно нужны. Я заказала два разных цвета. Вот, чтобы чередовать их. Они примерно сами буквы одинаковые, просто цвета разные на двух упаковках. Пришли очень-очень быстро, где-то дней за 10. В Леонардо потом нашла такие поменьше буковки, но мне кажется, что мои даже интереснее. Следующее, что я заказала, это такую фотобумагу для полароидных фотографий Instax Mini. Там можно, конечно, на любой полароид выбрать. Как это работает? Как вы знаете, наверное, полароидные фотки обычно вот такие вот беленькие. И если вы хотите как-то украсить, обклеить, да, то нужно что-то для этого покупать. Можно также купить картриджи, но они стоят уже 800 рублей цветные, белые дешевле. И поэтому я заказала такую фотобумагу. Я обклеиваю свою фотографию этой бумагой, и она получается как бы цветная. Это не для всех, опять-таки, но стоили они рублей 100, наверное. Я заказала два разных. Один по 50, другой по 100. Не помню, какой сколько стоил. А тут в упаковке 20 штук, и они все абсолютно разные. Это очень прикольно. Я, конечно, предпочитаю сразу картриджи цветные покупать. Это легче и быстрее. Но здесь зато я могу выбрать на каждый день разные, подходящие. Вот эти, по-моему, подороже были. Да, тут снизу подписать можно. Эти со звездочками, с точечками разные. Это не для всех, поэтому не буду на этом долго останавливаться. Если у вас Instax Mini, как бы вы хотите куда-то вклеить подобные фотографии, то будет очень красиво. Еще я себе заказала такие буковки, они уже поменьше. То есть посмотрите, какая тут разница в буквах. Да, эти занимают слишком много места в смешбуке, и поэтому я заказала такие. Здесь 78 буквок. Получается по 3 каждый. Как-то так они выглядят, они намного более аккуратные, их можно использовать в личном дневнике, а не только в смешбуке. Эти потому что больше на детские похожи, можно украсить как бы детскую комнату, кроватки, они так позиционируются. Мне кажется, стоит сейчас сделать небольшой перерыв в канцелярии и быстренько вам покажу, что я заказала для своей техники. Я заказала такой классный чехол на телефон, он мятного цвета и он с кроликом. Там еще у этого же продавца были розовые такие чехлы и со свиньями, но они довольно милые, то есть ничего такого страшного нету. Стоил он где-то 129 рублей, и он очень классный, весенний, я как раз его хотела, вот он мне пришел прямо на 8 марта, это очень приятно. Вот ношу его, мягкий, силиконовый, просто я в восторге, потому что у меня тоже есть кролик. Вот мой кролик, он правда у меня не беленький, но тоже ничего. И я заказала себе чехольчик для AirPods, там были обычные силиконовые, там за 60 рублей, я решила взять в виде совушки, он стоил 200. Были еще совушки там черные, синие, красные. Я взяла нежно-розовый чехольчик, и он очень классно подходит мне. У меня уже падали наушники. Сам чехол для наушников падал в этом силиконовом чехле, и они у меня не ударились, не сломались. То есть этот чехол смягчил удар. Дальше я заказала себе новый альбом для полароидных фоток. Я уже покупала год назад, но он у меня был такой синенький. Я его наполовину уже заполнила и решила заказать на всякий случай себе еще один нежно-розовый. В меру Instax Mini, как бы Fujifilm, да? Там можно и под обычный полароид подобрать. 200 рублей всего лишь стоил, правда, шел долго. А вот эти наклейки меня огорчили, потому что это оказалось не просто наклейки там с книжками, это просто распечатка на фотобумаге. То есть мне нужно самой вырезать эти книги, отрывать листочек, вклеивать. Это неудобно, и 50 рублей это не стоит. Это делается, мне кажется, рублей за 10 там, в любом фотосалоне. Разочаровали, поэтому я, наверное, даже не буду ссылку оставлять. Уголки для фотографий, чтобы вклеить фотографии. Я их уже тоже использовала, сейчас покажу. Я распечатаю фотографию и снизу ставлю уголки. Смотрится это довольно мило. Стоят уголки рублей 20. Просто огромное количество разных наклеек. Сначала давайте покажу такие коробочки. Эти коробочки стоят в среднем по 45-50 рублей. И они есть на разные тематики. Их просто тысячи, миллионы. И я выбрала те, которые мне больше всего нравились. Давайте начнем с самых первых. Они довольно-таки популярные на YouTube. Это кактусы. В упаковке их 45 штук, и я их использую для личного дневника, для планера в качестве украшений. На весну, на лето они просто суперско смотрятся. Их довольно много. Бывают, конечно, повторяются, но в среднем тут где-то 10 видов разных. Могу вам посоветовать, отлично клеются. Качественные, яркие и за свою цену просто отличные. Дошли где-то за месяц. Вторые стоили тоже где-то 50 рублей, и внутри 46 штук, они для путешественников. Тут уже более разнообразно, не только растения, здесь есть автобусы, чемоданы, фотоаппараты мгновенной печати, Эйфелева башня, телефон, всякие очки. Они мне тоже очень сильно понравились,
И когда я куда-то поеду, я обязательно буду их использовать. Качество у них просто супер за их цену. Советую вам покупать наклейки только на Алиэкспресс и больше нигде, потому что их перепродают обычно в других магазинах, там в Инстаграме, в 3 раза дороже. А тут и доставка бесплатная. Ну, красота, короче. Вот этот набор мне показался вообще самым удачным. Дальше я уже заказала тени летние, розовенькие наклейки. Здесь все с тематикой розового цвета. Здесь есть и мороженые, те же самые кактусы, и пирожные, бантики всякие, мопеды, пончики. Мне кажется, любой девчонке такие понравятся наклейки. Они довольно удачные, пастельные. И все выполнены в одной гамме, можно красиво заполнять личный дневник в одной гамме. Например, вот взять их на весну и просто каждый день клеить. Осенние, к осени, в принципе, можно уже сейчас готовиться. Лучше заранее. Это тыквы, желуди разные, осенние листья, кленовые листья и шишечки. Стоили так же и дошли быстро, за месяц, по-моему. Это вообще на все времена, потому что это стикеры с погодой, наклейки. Для тех, кто также любит описывать в личном дневнике или в смешбуке погоду, можно просто клеить вот такие вот стикеры и не нужно писать, да, какая погода. Здесь есть и солнечная, и ветреная, и дождливая, радуга, чего только нет. Такой даже котик с зонтиком. Облачно, ясно. Точно так же отличного качества. Мне кажется, все эти наклейки из разных тематик, но сделаны, в принципе, на одном заводе, на одной фабрике. Ну и последнее из подобных наборов, это у меня Merry Christmas, я их заказывала зимой. Они стоили вообще недорого и сделаны в виде почтовых марок. Здесь очень много с Санта-Клаусами. Они немножко такие ретро. Напоминают что-то такое советское. Тоже очень довольна ими. Качественные. И матовые. Целых 3 пачки наклеек для любителей Гарри Поттера. За 80 рублей я заказала с мордочками. Здесь просто все герои Гарри Поттера. Наклейки все переливаются, глянцевые, лакированные, качественные. Но здесь только мордочки. Добби, вот такой милый Добби. Потом я заказала уже побольше. И это фантастические твари. Очень красивые, большие. Я видела подобные в Инстаграме. Кто-то, видимо, перепродает. За 500 рублей, по-моему, 15 штук там всего лишь. А тут я их заказала за 100 рублей, и они дошли мега быстро, где-то за неделю. Очень качественные, так что если вам нравятся фантастические твари, то заказывайте. И тут их в наборе, в этом, в пакетике, по-моему, штук 70 или 80. Ну, то есть прям совсем много. И я в восторге. У меня, знаете, этот фанатизм Гарри Поттеру, не знаю. Не то, что фанатизм, а мне просто нравится, меня вдохновляет. Поэтому я заказала, очень красиво куда-то вклеить будет. И с Гарри Поттером. Мне фантастические твари нравятся примерно так же, как и Гарри Поттер, поэтому я заказала и то, и другое. С Гарри Поттером там были 3 разных вида, я взяла вот эти. Я не знаю, чем они отличаются, я посмотрела, как бы, в каком мне наборе больше нравились наклейки, большее количество нравилось, я тот и заказала. Очень крутые наклейки, дошли быстро, они, по-моему, идут даже из Латвии, а не из Китая. Далее это такие стикеры-закладки, всего лишь 70 рублей, необычных цветов, довольно-таки качественные, дошли где-то за месяц. Клеются просто супер. Сейчас покажу. Вот, очень яркие, в книге можно клеить, в учебнике, в личном дневнике, когда хотите что-то запомнить, что-то отметить. У них просто очень хорошее качество. Тут 6 цветов и в каждой по 20 штук. Хватит на, думаю, долгое время. Ну, смотря как вы пользуетесь, мне на очень долго хватает. Про эти товары я вам рассказывала. Это брашики. У меня были они в дорого-дешево. Они мне понравились, но они не таких цветов. Я уже рассказывала. И ручки на Алиэкспресс я вообще не советую заказывать. Они действительно красивые. Они очень крутые для фотосессий, например, каких-то, да. Для того, чтобы сниматься, они фотогеничные. Но пишут они просто отвратительно, поэтому я не советую. Дальше я заказала такой небольшой дырокол. Оказалось, что зря, потому что он шел очень долго. Мне уже вернули за него деньги. Я себе уже заказала там американский набор, в нем был дырокол. Он у меня синего цвета. Продавец кладет на выбор либо синий, либо белый. Есть отдел для мусора. Честно говоря, так как шел долго, я ничего не могу сказать. Но дыроколит он, конечно, отлично. Довольно-таки качественный дырокол. И небольшой. Можно кинуть куда-то в сумку. Нет, в принципе, дырокол хороший, кстати. И последнее, что я вам сегодня покажу, это такая бечевка-веревка, нитка разноцветная, очень красиво. Я использую для
с мэшбука, чтобы что-то вклеить, как-то красиво оформить клеем. Сейчас покажу как. Вот примерно так это выглядит. Тут дыроколом, и между ними просовываю такую веревочку, и получается объемно и красиво. Фух, наконец-то вам все показала. Очень, конечно, много всего у меня накопилось за эти 2 месяца. Обязательно ссылки на товары оставлю внизу в описании. Если досмотрели до конца, напишите в комментариях единорог. И обязательно напишите, что же вам понравилось из этого больше всего. Огромное спасибо, если досмотрели до конца, так как я очень старалась и устала, пока снимала это видео. Всем пока!